say Minster thou no hope. Сюда! Я пришел к тебе первый. Дело более срочное. Мое замужество ждет, пока ты его разорвешь. Не странно будет уплывать отсюда. Ты провела здесь полжизни. Да, но что я здесь оставлю? Лишь того, кого не люблю. И могилы двоих детей, что не прожили и дня. Твои слова так печальны. Ты испытала здесь лишь горе? Были слезы. Но была и страсть, любовь, безумство, сожаление. Но у кого иначе? Как еще жить полной жизнью? Похищение в Ламос – хорошая мысль. Это праздник христиан? Да, чудесный день благословения урожая. Время вина и фруктов, песен и танцев. У людей скоро помутятся умы и взоры. Очень кстати. А корабль, на котором ты поплывешь домой? Я нашла его. И отважного капитана. Идем, я вас познакомлю. И кто этот капитан? Юноша 16 лет от роду. Отчаянный, как все, кто молод. Кто он, Сакс? Дан. Эадред говорит, вы грабители. И хотите отнять у нас Англию? Есть и такие. Но я пришел, чтобы найти здесь клочок земли. Не хочу домой к родным норвежским зимам. Норвегия. Она верно красива. Сурова, грозна. И холодна, как северные льды. Там застывает даже свет в небе. И по нему валькирии везут павших воинов на вечный пир. Да, вечный пир. Это веселый конец. Нам сюда. Это же притон. Капитана зовут Хрольф. Ролла на франкском. Расскажи ему о нашем замысле и обещай все, что попросит. Его придется убеждать. Мы расстались не совсем друзьями. Я справлюсь, словами или силой. Будь готова, я подам сигнал во время Ламоса. Ролла! О, нет, я просто нищий монах. Мне больше нечего отдать. К тебе пришли, Ролла. О, это тот самый дикарь? Меня послала Эстрид. Что, правда? Прощальный подарок тому, кто славно ее отделал, а? Я пришел забрать тебя. Позже нельзя. Эй! Кто тут Ролла? Он нам нужен. Люди короля хотят задать ему пару вопросов. Нет, 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 нет! Постойте-ка. Что ж, прошу вас. Живо! Живо! Эй, как же я? Проклятые Данны! Открывайте! Прыгай! Ну! За мной! Мы нашли твой лагерь, Дан. Слезали твои... Сдохни!
ты отчаянный. И кто для тебя, Эстрид? Просто друг. Я Эйвор из клана Ворона. Судя по речи, из Норвегии. Прости за резкость. Эти саксы знали, где мой лагерь. Зря я оставил там своих воинов. Иди к ним, если должен. Но скажи, где тебя искать. Нам нужно многое обсудить. К северо-востоку, у устья реки. Идем или встретимся там. Скоро стану оскопителем! Или крикливым, если не прекратишь орать. Скверное дело. Стольких моих воинов увели. А остальные перессорились. Им кажется, что среди вас предатель. Лорк и Герхельд со мной уже давно. Не хочу в них сомневаться, но мы потеряли людей и корабль. Если здесь предатель, беда грозит вам всем. Я поговорю с ними. Невиновным нечего скрывать. Хорошо. Пусть Локи не собьет тебя с верного пути. Ролло, пока ты пил и веселился, на нас напали саксы. Герхельд, верно? Да, сестра Ролло по оружию. Я верно ему служила и не предавала его. Кто для тебя Ролло? Брат по оружию. Если Англия и та франкская ведьма не собьют его с пути... Мы заслужили лучшего. Не пойму, кому ты завидуешь, Эстрид или Ролла? Тебе не понять, Вороний Клюв. Я пекусь о других данах. Я не предательница. Где ты была, когда напали саксы? На охоте. Здесь в округе водится жирная дичь. А нам нужно мясо. Кого поймала? Пару кроликов. Ролла их любит. Пока что все. Пока ты пил и веселился, на нас... Лорк, так? Что ты расскажешь? Хочешь меня послушать? Принеси кружку эля, сядем и поговорим на равных. Или проваливай. Где ты был, когда пришли саксы? Охотился на кроликов, ясно? Сыт по горло морковкой да репой. Услыхал крик Герхельд, и тут началось. Ты хоть что-нибудь заметил? Герхельд болтала с каким-то саксом. Я не слышал о чем, но это не к добру. Из чего мне тебе верить? Может, ты спасаешь свою шкуру? Спроси ее. Говорит, что верна Ролла, но я знаю ее с детства.
Она всегда была честолюбива. Давно ли ты служишь Ролла? Я дал клятву его отцу. И готов утирать Ролла сопли до смерти, коль придется. А если Ролла умрет, ты будешь свободен. Не устал от битв? Однажды я отправлюсь к Одину, но свою честь точно не запятнаю. На этом пока закончим. Ролла, пока ты пил и веселился... Герхерд, поговорим снова? Лорк сказал, что ты предательница. Он видел тебя с Саксом. Лорк? Ты веришь этому старику? Годы лишили его сил и разума. Или он завидует? Решать тебе. Пока что... Ролла, пока ты пил... Лорк, на это нужно найти то, что изобличит лжеца. Ролла, пока ты пил и веселился, на нас напали саксы. А этих двоих здесь не было. Никто нас не предавал, Аке. Герхельд, щит-дева и мне сестра, а Лорк служил моему отцу. Кажется, саксы схватили не весь клан Ролла. Нет нужды охотиться. Мяса хватает. Нужно поговорить с ними обоими и хорошенько осмотреть лагерь. Ролла, пока ты пил и веселился, на нас напали саксы. А этих двоих здесь не было. Никто нас не предавал, Аке. Герхельд, щит-дева и мне сестра, а Лорк служил моему отцу. Кажется, саксы схватили не весь клан Ролла. Здесь можно было спрятаться и переждать нападение саксов. Нужно поговорить с ними обоими и хорошенько осмотреть лагерь. Герхерд, поговорим снова? Ты лгунья. У вас достаточно мяса. А ты умнее, чем кажешься. Я встречалась с парнем из соседней деревни. Ни одному Ролла крутить шашни с местными. Пока что все. Лорк, ты лжешь. В лагере полно забитой дичи. Точно хватит на несколько дней. Говорю же, охотился. Продолжишь лгать, предатель, и Ролла лишит тебя головы. Я спал в лесу, ясно? Услышал саксов и спрятался. В одиночку я бы с ними все равно не сладил. На этом пока закончим. Решение принято. Оба мне сказали, что охотились. На кроликов. Герхельд редко охотится. Она с детства скверно стреляет. Твоя сестра ревнует. Думаю, ты променял своих людей на чужую постель. Она чистолюбива. Но поклялась на щите, что будет мне верна. Лорк видел ее с Саксом. Она сказала, что у них любовь. А столько раз порицала меня за то, что сплю с Эстрид. Не думал, что она так лицемерна. Лорк сказал, что охотился, но у вас хватает кроликов. Зачем лгать, если ему нечего было скрывать? После твоей смерти он бы освободился от клятвы. Он стар и немощен, но верно служил моему отцу. Я бы освободил его сам. Он знал, что идут саксы и спрятался. Либо он трус, либо с ними заодно. Печально слышать. Некогда он был великим воином. Скажи, ты принял решение? Принял. Ну, говори. Больно делать выбор, но мне нужна правда. Тебя предала Герхельд. Нет, неправда. Ролла, умоляю. Позорная смерть на землях саксов. Оба могли предать Ярла, но лишь одному хватило коварства это сделать. Надеюсь, выбор верный, ибо позор не даст войти в мой чертог. Предателям не место за столом в Вальгале. Она была завистлива. Осуждала любое мое решение. Здесь уже ничего не сделать. Но твои воины могут быть живы. Поможешь мне, когда освободим их? В порт Уолтон есть лагерь саксов и пристань. Возможно, их отвели туда.
Я вот всегда думал, что с ней что-то не так. Не смей так говорить. Мое сердце разбито. Лучше найди, чем заняться. Я слышал, к югу от Колчестера есть безопасное место. Отправимся туда. Что твои люди погибли? Спасибо, Эйвор. Мне есть о чем подумать в пути. Не стану тебе мешать. Пожрет вас всех, Фенрир! Нас ждут в Вальгалле! Вы уснете вечным сном! Умри! Сбить тупицу сном! Да пожрет вас всех, Фенрир! Нас ждут в Вальгалле! Да пожрет вас всех, Фенрир! Обсудить похищение. Что это? Твоя рука крепка, Ролла. Верь в меня, друг Воронов! Не повторяй ошибку саксов! Ты предан своим воинам. Не подводи их и впредь, и слава твоя будет вечна. Добрый совет. Я сам жажду того же. Раз ищешь славы, помоги мне.
совершишь подвиг, и твое имя будет воспето. О, говори. Я ищу капитана с быстрым и крепким кораблем, чтобы помочь леди Эстрид добраться до земли франков. Снова похищение. Эстрид упорно. Что ж, ладно. Где не преуспел один, справятся двое. Твое сердце не дрогнет, как бы ты ни относился к Эстрид? Нам было хорошо вместе, но это в прошлом. Я вас не подведу. В ночь Ламоса жди на окраине Колчестера со своими воинами. Вспомнит ли Альфреда столь давнюю любовь? Вспомнил бы я. Покажи, что там впереди. Крайний дом в Мелдоне. Альфреда должна жить здесь. А тот сопляк нам ни к чему. Оставь меня, убийца! Вы схватили сестру! Этого мало? Тихо, мальчик. Я не с ними. Пришел поговорить с твоей сестрой. Дан в Эссексе? Думал, сегодня меня уже ничто не в силах удивить. Зачем им твоя сестра? Люди Альфреда избили ребенка за кражу хлеба. Она не смогла молча стоять и смотреть на это. Ты не знаешь, где Альфреда теперь? Она вновь ждет приговора. Ее держат в Брентвуде, к западу отсюда. Я приведу ее в дом у озера к северу. Жди там, если хочешь. Если вернешь ее, я приду. От клетки Альфреда. Сдохни!
Это любовь Бирстона Альфеда. Они ее не сломили. Что? Кто ты? Ты точно не из них. Тише. Я спасу тебя. Не могу идти. Лодыжка. Они были грубы. Я тебя понесу. Ты отважился спасти меня? Кто ты? Я друг. Элурика? С мальчиком все в порядке? Нет. Как больно! Как все болит! Слава Богу! Отдохни. Уже скоро ты встанешь на ноги. Альфеда, ты ведь цела? Этим жалким молокососом меня не сломить. Избить ребенка за кусок хлеба. Я им такого не спущу. Мерзавцам плевать, что мы голодаем. Элурик, такова жизнь. Мир жесток к тем, у кого не хватает сил за себя постоять. Альфеда, поговорим наедине? У него добрая душа, но без отца в семье он чересчур изнежился. Я здесь по просьбе Элдермана Бирстона. Его любовь к тебе не угасла. Любовь? Милый Бирстон, он не забыл. Верно. Порой и я о нем вспоминала. Но я заботилась о брате, и мечтать было некогда. Альфеда, он думал лишь о тебе. Его жена возвращается на родину, и он просил найти тебя. Но что из этого выйдет? Я простая женщина и только. Он ведь Элдермен. Господь, помоги мне. Я дам ему шанс. Как можно отказать? Боже. Его нужно лишь позвать. Разожги костер, и он сразу прискачет сюда. Элурик, подойди и сядь. Мне нужно кое-что рассказать. Мой нежный яблоневый цвет. Ты ли это? Да, я. Хоть морщинки и появились у глаз. Они блестят столь же ярко, как и прежде. Эйвор все тебе рассказал? Да, все. Ты согласна, любовь моя? Мое сердце замерло. Вы вместе? Что будете делать теперь? Но вместе ли? Альфеда, прошу, ответь мне сама. Прошло уже много лет, и время меня не пощадило. Я согласна, Бирстон. Видит Бог, Мелдони меня ничто не держит. А этот юноша Элурик, брат Альфеды. Приветствую, мой господин. Для тебя я Бирстон, и только. А ты вырос крепким. Сколько тебе? 19 лет. Бирстон, другой родни у меня нет. Хочешь, чтобы я осталась, прими его тоже. Бирстон, часть уговора выполнена. Вернусь, когда закончу со второй. Значит, мы покидаем Мелдон? Да, мальчик мой. Чтобы жить со мной в Колчестере. Может, я научу тебя охоте? А пока, Элурик, советую тебе подольше погулять у озера. Пусть наслаждаются друг другом. Пора заняться похищением в Колчестере. Милый Бирстон, не могу поверить, что ты не забыл обо мне. Альфеда, я всегда думал лишь о тебе.
Что ты видишь сегодня? Эй, что? О! Твои люди, Ролла. Они готовы сделать то, что нам нужно? Предательство Герхельд стало для них ударом. Все знали о ее ревности, но такого не ожидал никто. Впрочем, забудь. Мы готовы. Что нам нужно делать? Ждите сигнала. Действуйте, когда я подойду к Эстрид. Я стану твоим топором. Скоро придет ночь. Тогда и нападем. Я случайно услышал. Раньше приносили в жертву Джона ячменное зерно, чтобы земля была тучной, а урожай богатый. Брось эту языческую чушь. Теперь есть лишь один бог, и он о нас позаботится. Что в этой жизни, что после.
неужто меня обесчестят? Думаю, уже можно не бежать, верно? О, какой день! Сердце так и бьется! Радуйся, что бьется. На твои вопли сбежалась половина колчестерской стражи. Все должно быть по-настоящему. Отец говорил, я хорошо притворяюсь. Пыло тебе точно не занимать. Разве тебе было не весело? Признаю, мне понравилось похищать принцесс. Я отважно дала отпор похитителям. Но что теперь со мной станет? Не лишат ли меня чести? Не волнуйся, ей ничто не грозит. Как же так, Эйвор? Ты не страшишься воинов Альфреда, но мои намеки тебя пугают? Наконец-то! Теперь лишь пенящиеся воды пролива отделяют меня от дома. Вы справились, Ролла. Ты и твои люди. Готовы отплывать? Шипящий сын Локи вспенивает воды пролива. Придется нам дождаться ясной погоды. Берегитесь. Люди Альфреда будут искать Эстрид. Пусть Бирстон и отзовет своих. Эйвор, сейчас не время тревожиться. Мы празднуем. Я принесу тебе меда. Бирстон ждет тебя к северо-востоку от Колчестера. Но ты заслужил больше, чем обещал мой муж. Я буду ждать тебя. Подальше от пирующих данов. Клянусь, молодой! Ищу Бирстона. Наверное, он на охоте. Мы бились вместе с твоим отцом. Да! Обман, достойный самого Локи. Мы, смертные, похитили их Идус. Интересно, что меня ждет? Новая жизнь. Или, напротив, прежняя. Прежняя жизнь. Родина. Боже, все эти годы, как долгий сон наяву. Как ожидание, когда меня, наконец, разбудят. Теперь ты пробудилась? Да. Все, что случилось в последнее время, в меня будто вдохнули новую жизнь. Эйвор, я прежде не видела подобной силы и страсти, столь пламенного духа. Ты преувеличиваешь. Я хотел лишь помочь клану и снискать славу. И почему твоя честность столь соблазнительна? Причины сердца неведомы разуму. Скажи, ты о чем-то мечтала? Конечно. О том, что за проблесками счастья последует нечто большее. Настоящая радость и любовь. Ляг со мной, Эйвор, под звездами Англии. Пусть это станет моим последним воспоминанием о ней. Сегодня мы будем вместе. Но завтра начнется новая жизнь. Ты не пожалеешь? Тише, молчи. Иди ко мне.
Ничего, старый друг. Скоро мы поохотимся. Бирстон, Эстрид сказала, ты ждешь здесь. Милый Эйвор, лишь благодаря тебе я воссоединился с возлюбленной. Даны уже спрашивали, почему ты не ищешь Эстрид? Ха, да, конечно. Я сказал, что надежды нет. И бросился на постель, рыдая в голос. Как тут не поверить? Этого может не хватить. О, брось. Вокруг лишь шелест листвы. Все интриги Колчестера остались позади. На охоту! На кого мы охотимся? На вепря. Удивительный зверь, не так ли? Свирепость, горящие глаза и острые клыки. Я знавал одну деву щита. Она билась верхом на вепре. Звала его Яроклык. Поразительно. Твои истории интересно слушать. Но нам вепри нужны не для езды, а для пира в честь Альфиды. Твоей полюбовнице? Бирстон, если обман раскроется, Альфред лишит тебя титула. Наш союз будет бесполезен. Не бойся. Я буду осторожен. На пиру в моем доме будут лишь друзья и моя семья. Там мы и скрепим нашу дружбу. Ламос был совсем недавно. Меня никто не узнает? Нет, для всех ты просто Дан. Да и в той суматохе людям запомнились разве что крики Эстрид. Это твои земли. Я положусь на тебя. Как Альфеда? Она такая пылкая. Наша любовь горит жарким огнем. Совсем как в юности. Да и Элурику я рад. Он мне скорее как сын, а не младший брат. Я столькому хотел бы его научить. Вот, здесь водятся лучшие вепри. Нужно подготовиться к пиру. Я высосу весь мозг из твоих костей, свиное отродье. Смотри, какой жирный. Вкусное выйдет жаркое. Рука устала. Мы молодцы. Славная охота, Бирстон. Думаю, на сегодня хватит. Даже мои тены не останутся голодными. А уж им всегда мало. Вцепились в меня, словно волки. Тебе они докучают, зато меня позабавили. Я сыт по горло распрями ярлов и проклятой политикой. Ты сделал нас по-настоящему счастливыми, Эйвор. Спасибо тебе от всего сердца. Бирстон, следуя велению сердца, искал и обрел любовь в печальных чертогах своей памяти. Красиво сказано, мой друг. Красиво сказано. Идем, Перси, псина-то горемычная. От тебя толку чуть. Зачем я только тебя держу?